Одна з наймасштабніших пожеж, можливо, наймасштабніша пожежа за всю повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В Петербурзі їхні склади на 70 тисяч квадратних метрів загорілися. Хорошо горит, раз зимой, значит, кто-то решил погреться. Неважно кто, либо это наша разведгруппа ДРГ, либо это местные партизаны, либо просто местные бомжи, которым холодно на улице, решили погреться. Но, тем не менее, возгорание довольно-таки серьезное. Сказать, что это военный объект, вряд ли военный объект. Но вот такое недовольство может быть уже сейчас внутри России, выливаться в том числе и в поджоги гражданских объектов. Ну, раз хорошо горит, я думаю, полностью прогорит, и там что-то, кто-то что-то новое отстроит. Скорее всего, это будет эта волна вот такого недовольства, выражение такого недовольства, она будет нарастать в России. Там есть чему гореть, начиная от складов и заканчивая торфяниками по весне, по лету, как просохнет. Потому я так думаю, в России осталось недолго. Я думаю, лет за 10 она вот так вот выгорит. Ну, хотелось бы, чтобы она так выгорела, по крайней мере. И мы забыли за существование этой Российской Федерации. Развалится она на национальные кластеры, и мы забудем за эту проблему с Востока. Ну, власне, це в Петербурзі горіло, а ми також показували фотографію, що в Росії Сбербанк горів, і їхня нова будова, отаке ранкове задимлення теж добре, хтось знову десь корив не там, де треба. Пане Романе, якщо говорити по ракетній атаці Росії з 12 на 13 січня під ранок, от за статистикою збили 7 крилатих ракет, але Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже, що летіло понад 30 і десь 20 ракет невідомо де поділись. 4 десятка аэроцелей было практически все от шахедов до баллистики, до кинжалов. Х-59, Х-31, Искандеры, кинжалы, Х-101, 555. Половина шло на военные объекты. Военные объекты прикрыты не только ПВО, прикрыты еще и системами радиоэлектронной борьбы. Мощная РЭП, которая уводит часть ракет, их нет смысла на них тратить противоракету из системы противовоздушной обороны. Ее просто уводят от цели, и она падает в поле. Удары, допустим, по аэродромам, которые пытаются сейчас россияне наносить, это вот в основном они прикрыты в том числе и РЭБом, а если она падает в поле, то ее сбивать будет зачем? То есть, по большому счету, из выпущенных, это средняя атака, вернее, атака средней интенсивности, 4 десятка аэроцелей, 8 было сбито, 7 Х-101, 1 Х-59, 20 ракет было уведено от цели, то есть общее количество 28 ракет, вернее 28 аэроцелей из 40, тоже неплохой показатель, по крайней мере, даже при работе средней интенсивности. Это самый оптимальный вариант для россиян, они это прекрасно понимают, то есть работа несколькими десятками ракет. Большая атака, больше сотни ракет, серьезная. Она, во-первых, дольше готовится, больше месяца, потому вряд ли они так часто ее будут повторять. А вот такие атаки средней интенсивности до 3-4 десятков, ее можно подготовить, в принципе, за неделю. 5-7 дней, ну, вот примерно за неделю идет подготовка. И такая, с такой интенсивностью они могут, в принципе, весь зимний период выдерживать такой интенсивности атаки. Они тратят где-то месячный, может быть, полуторамесячный запас ракет. Скорее всего, работа, это сейчас называется работа с колес. Вот в таких атаках, допустим, крылатых ракет используется 2 десятка, ну, примерно там 1-2 десятка, они их производят до сотни. То есть, по большому счету, сколько производят, сколько и могут использовать. Раз в 5-7 дней, ну, в среднем раз в неделю вот такая атака будет, мы прекрасно понимаем, то есть прогнозируем эти атаки, их можно даже по времени спрогнозировать, примерно через сколько следующую ждать. В таком режиме, причем в таком режиме уничтожения крылатых целей, удержим мы наше воздушное пространство. Единственное, что надо однозначно увеличивать, то есть плотность ПВО увеличивать за счет увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, потому что даже 28 сбитых целей при 40, ну, можно дотянуть до 90-95%, чтобы сбивать хотя бы
35-37 целей. То есть где-то в таком режиме тогда можно будет говорить о том, что мы закрыли небо, ну, по максимальному, с максимальной возможностью. 100%, конечно, закрыть ни одна система не может. Пане Романе, і по ранку сьогоднішньому є прильоти потужні в тил ворога. Про що я кажу? Бердянське, південний напрямок. Кажуть наступне, що пролунало кілька вибухів в районі Бердянська. Ось бачимо дим. Кажуть, що це Приморська площа. І також заявляють, що є влучання в якусь дислокацію і позицію ворога. Последнее время практически каждые сутки идут удары наших ракетчиков по сухопутному коридору российскому. Это Мариуполь, это Мелитополь, это Бердянск. То есть та дорога, которую россияне сейчас отстроили вдоль Азовского побережья с Ростова, Ростов, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Вот она, мы ее берем под оперативный контроль, так называемый. Дальние средства поражения, у нас их немного. Достать это могут только либо атакамсы 100-мильные, не меньше, ракеты М-39, либо наши Нептуны, которые сейчас Альха может туда достать. Нептун, Альха, в зависимости, то есть от дальности. Естественно, как только есть цель, есть подтверждение, дальше идет некоторая корректировка и поражение цели уже с подтверждением поражения. Вот эти вопросы, естественно, надо решать постоянно. Но для этого, опять же, надо достаточное количество средств поражения. То есть нужны атакамсы, нужна в достаточном количестве та же Альха и тот же Нептун.